Потихоньку наступает осень. Маховка уже покраснела, но ягоды в этом году нет, жалко. Совершенно. Немножко вылез, ветка помогла. Дальше сам полезет. Только вырвались из одного окружения, с грязи, попали в другое, грибами. Кругом грибы, в кольце в каком-то. Ладно, с грибами-то мы справимся. Сейчас только ножик достанем. А последствия борьбы с болотом, вот они. Сушиться надо. Вот так выглядит след вездехода. Проезжали тут за грибами и ягодами вот слева. А справа след квадроцикла, по которому уже проехали 4 раза, я еду 5-й. Примятая трава просто. Это табор, старый табор свинокосчиков. В советские времена здесь косили, когда был совхоз, а потом здесь был частный покос. Сейчас хозяева уже умерли. Коров держит деревни мало. Покос заброшен. Вот мы с друзьями сюда наведались. Друзья, сегодня 30 сентября. Как не хочет уходить лето, но осень уже потихоньку приближается. Вот первые желтые березки. Комарики еще звенят. Седьму браконьерскую. Для браконьеров. Да, логово браконьеров. Для солонцов. Проверим. Оборудовано по полной программе. Как там? Вот ту сторону они стреляют. Да, там есть. Что-то такое. Пита. Обзор отличный, да? Подходы видно. Знаешь, что делать?